Друзья, всем привет! В этом видео я покажу, как изготовить полезный инструмент для обработки плитки своими руками. Основной материал, который нам понадобится для самоделки, это какой-нибудь листовой металл, мебельные болты с гайками, подшипники и какие-нибудь небольшие шайбочки. Соблюдать точные размеры в данной самоделке не требуется, можно подобрать абсолютно любые гайки, болты и подшипники, но на всякий случай я написал именно те размеры, которые использовал я. По большому счету, данная самоделка это была импровизация. Расстояние между подшипниками я определял с помощью подмера коронок разного диаметра. Таким образом, я определил, на мой взгляд, наиболее удачное расположение, а также размер всего шаблона, и после этого приступил к его изготовлению. Как я и говорил ранее, соблюдать точные размеры нету необходимости, потому что этот шаблон получается довольно-таки универсальный и подходит для всех размеров коронок. На картоне нарисовал примерную форму и размер основания, на котором будут крепиться подшипники. Вырезал, мне показалось, что нужно немножко увеличить, поэтому сделал сразу его чуть побольше, чтобы удобно лежало в руке. На всякий случай расстояние между подшипниками я нарисовал на шаблоне. После того, как я завершил изготовление шаблона, я перенес его на металл и приступил к изготовлению основы для подшипников.
Наверное, каждый уже догадался, что мы сделали инструмент, который позволяет работать с коронками, не имеющими центрового сверла. На самом деле, такие коронки являются профессиональными, потому что те, которые имеют центровое сверло, как правило, не предназначены для керамогранита. На первом же отверстии в керамограните перо ломается и больше его использовать нельзя. Коронки без направляющей можно поделить на два типа. Первые предназначены для болгарки, вторые предназначены для дрели либо перфоратора. Коронки для дрели рассчитаны максимум на 2000 оборотов и требуют водного охлаждения. Можно засверливаться под углом, как я показываю это на видео, для того, чтобы сделать бороздку, но небольшие диаметры не позволяют сделать это четко в том месте, где нам необходимо. Я для этого часто делал шаблончики из плитки, то есть просверливал отверстие, и с помощью него получалось обрабатывать плитку гораздо точнее. С кондуктором для коронок получается все гораздо быстрее и проще. Мы просто прислоняем коронку к подшипникам и делаем небольшую канавку. Откладываем нашу самоделку в сторону и спокойно продолжаем делать отверстие, не переживая за то, что коронка у нас сместится куда-нибудь в сторону. Теперь покажу, как это выглядит в том случае, когда нам необходимо сделать отверстие строго в определенном месте. Также этот кондуктор можно применять и для коронок, которые предназначены для болгарки на повышенных оборотах. Но лично я считаю, что работать такими коронками нужно учиться именно без кондуктора, потому что за счет того, что обработка плитки происходит на оборотах в 7-9 тысяч, коронкой без труда можно сделать отверстие и без направляющей. И как вы можете заметить, делается это довольно-таки просто. Также можно изготовить и второй вариант этого кондуктора на присоске. Но я не стал этого делать, потому что не на каждой плитке можно зафиксировать присоску. А в целом плюсы такой конструкции заключаются в том, что руки у нас свободны. Далее я решил показать в режиме реального времени, сколько требуется время на изготовление отверстий с помощью обычных коронок на небольших оборотах и с помощью коронок, которые предназначены на болгарку. Знаю, что многие будут спрашивать, что за коронки на видео, поэтому сразу отвечу на этот вопрос. Эти коронки изготавливаются в Китае на заводе. Там я подбирал цвет, подбирал крошку алмаза, потому что есть возможность сделать крошку побольше, есть возможность сделать ее поменьше, и это будет отражаться на ресурс, сколы и так далее. В общем-то, все это я сейчас тестирую, и в скором времени это появится в моем магазине 9plitok.ru.
Такие же коронки на УШМ производят Монтолит и Сигма. И стоят они в районе 20 тысяч за 4 штучки. Мои коронки будут стоить в районе 6,5 тысяч за 4 штуки, что является практически в 4 раза дешевле. Но, как показывает практика, качество у них абсолютно такое же. Поэтому в скором времени каждый желающий сможет приобрести себе хорошие коронки по доступной цене. По поводу коронок я еще сниму отдельное видео, где я детально покажу, какие конкретно образцы я тестировал и в чем заключается их разница. То есть, как влияет крошка алмаза на качество отверстий и как влияет скорость на обработку плитки. Ну что ж, друзья, я думаю, мы с вами изготовили очень полезное приспособление для обработки плитки. Кондуктор для алмазных коронок отправляется в мой чемодан и будет помогать мне в работе. Ставьте палец вверх, если видео вам понравилось. С вами был, как всегда, Давыдов Сергей. Пока!